Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где нам дают возможность абсолютно без вложений на просмотре сайта зарабатывать денежку. Называется Click Stoyu. Это старый бокс. Я зарегистрирована в нем с 2019 года. Значит, что у меня здесь произошло с этим боксом? Я его забросила. Я его как бы удалила, не стала работать. Почему? Потому что здесь нужно, сделали вывод, нужно набрать 200 поинтов. Я пробовала набирать, и я особенно, как бы, знаете, я не разбиралась. Я просматривала рекламку. Так, от VIFADS, где зарабатываю я. Это для заработка. Здесь вводим капчу, и мы просматриваем, как бы, это я потом уже буду все просматривать. Я вот эту рекламку все для заработка, где нам начисляются денежка, оплата за клики, просматривала. У меня ничего нет. Ни поинтов, ни кэшпоинтов. Все. Ну, абсолютно ничего. А на балансе, обратите внимание, у меня $5. Думаю, ну и провались. Я его удалила. А тут он мне попался опять же таки на глаза. Думаю, дай-ка я зайду. Ну, баланс у меня по-прежнему $5. Мне никто ничего отсюда не трогал. $5.50. И думаю, дай-ка я тут буду разбираться. Значит, смотрите, это поинты. А вот это кэш-поинты. Оказывается, я смотрю, вот на эти поинты смотрела, вот они у меня без изменений. Я и себя просматриваю рекламу, они у меня не увеличиваются. А нужно для просмотра, для вывода денежных средств, вот эти кэш-поинты. Их нужно набрать 200. У меня было 5 штук. И хочу сказать, они набираются очень быстро. Где их зарабатывать? Это уже отдельно. Это, друзья, только для бесплатных участников. Те, кто на стандарте работает без вложений. Значит, вот здесь я просматриваю, чтобы заработать денежку вот этого VIFADS. А вот эти кэшпоинты, вот у меня 212 кэшпоинтов. Нужно смотреть, вот Earn Cashpoint. Если мы переведем, зарабатываете очки для вывода. Кликаем. Нас перебрасывает на страничку. И что? 14 марта 2020 года. Уважаемые участники, мы интегрировали пункты вывода на Click Stoyu. Бонусные баллы доступны только для стандартных участников. Минимальное количество очков вот этих кэшпоинтов для запроса вывода составляет всего 200 вот этих очков. Мы знаем, что некоторым участникам неудобно проводить опросы и заполнять предложения, отображаемые на предложениях. Мы думаем, что об этом и упростили нам как бы задачу. И вот здесь за каждый балл, За каждую ПТС-ку, за каждую рекламку нам начисляют 1 балл. Значит, вот здесь я просматриваю кликсвал. На сегодня я уже просмотрела рекламку. Кликаем. Нас перебрасывают сюда на страничку. Значит, вот здесь АДС. У вас будет здесь рекламка. Вы просматриваете рекламку. Возвращаемся обратно. И там все довольно-таки просто. В следующий раз я опять же таки запишу видео, и я покажу вам. Но я думаю, разобраться здесь не сложно. Второй. А First 4, а вот это тоже. А за 1 балл, за одну рекламку нам начисляют 1 балл. Вот. ПТС, АДС, вот это. И у вас здесь будет рекламка. Не вот эта вот рекламка, здесь обратите внимание, она будет у вас выше. Потому что здесь, если я кликну, здесь не будет мне начислений идти. Здесь просто как бы идет, это уже другая реклама абсолютно. Вот здесь повыше у вас будет как бы тоже такая рекламка. И
Как же просматривать? Это все легко и быстро делается. Возвращаемся. Вот это вот медиум, вот это. Я вот не знаю, где здесь что просматривать. Я так и не поняла. Вот. И здесь нет ни ПТС-ок, ничего. Здесь одни задания, как бы выполнять задачи. Я здесь ничего не просматриваю. Ничего. Я его вот это пропускаю. Возвращаемся обратно. И в последний вот этот один, за ПТС опять же таки 1 балл. Вот сюда. Здесь также очень много сегодня рекламки. Вот я сегодня добила как бы вот 200 баллов. Я набрала. Также здесь будет вот здесь клик. Кликайте сюда. И у вас также здесь будет рекламка. Сами посмотрите. Вот. И также просматриваем там. Тут ни капчи нет, ничего. Вот здесь. И как бы тем самым мы набираем эти очки. Я за дня 3, по-моему, или за 4, уже не помню. Не спеша просмотрела. Вот. И вот у меня 212 очков. Так, ставлю английский. Значит, что еще? Вывод, история. Я выводила доллар 62, 67 центов комплект. Сейчас я буду ставить на вывод. Так, где у нас тут вывод? Так, вернемся в аккаунт. Я понятно, да, вам объяснила, как зарабатывать вот эти вот Earn Cash Point. Сюда кликайте, просматривайте. У кого, кто так же, как и я, выкинул этот бокс, возвращайте, смотрите свой баланс. Вот. И как бы набирайте вот эти кэшпоинты. Вот они внизу от кэшпоинта, видите? У меня вот самая последняя вот здесь. 212 вот эти. Значит, клику вывод. И у меня открыто, у меня не было, мне здесь было написано, что для вывода нужно 200 вот этих кэшпоинтов. Не 2000, не 20, а 200 реально набрать, и это легко и быстро. Кликаю я Payeer. Значит, что у меня? Payeer, кошелек прописан, проверяю. Максимум я отсюда могу вывести 7,50. Они берут комиссию. 3% плюс 0,25%. Итого у меня на вывод $5.08. Кликаю Submit. Так. Переводим на русский. Ваш платежный запрос был успешно отправлен. Спасибо за использование наших услуг. На вашем счету теперь уже недостаточно для вывода этой операции. Минимальный вывод составляет уже $4. Вот. Так, ставлю я английский. Идем. История вывода. И вот у меня пендинг в обработке. Как денежка придет, я опять же таки запишу видео. То, что денежка пришла. А букс платит, у меня нет сомнений. Вот здесь форум. Сами уже просмотрите, почитайте. Так что все супер, можно работать. Но вывод, конечно, $4. Но ничего, посмотрим, как будут обстоять дела дальше. Но факт в том, что вот эти 200 поинтов, пока мы набираем минималку $4, вот этих кэшпоинтов 200, вот они у меня остались. Даже они не списались, я с ними даже ничего делать не буду. Вот. Но здесь апгрейд, это для бесплатных. Но я посмотрела апгрейд, здесь апгрейд $10 минимальный. Для букса, я считаю, это очень завышено. Было бы хотя бы там доллара 2-3, еще можно было бы, да, купить. Как бы сделать апгрейд. Но $10 я тоже не собираюсь тратить. Не факт, что они еще и окупятся, эти $10. Так что я на бесплатном аккаунте на стандарте. Заходите, проверяйте свой баланс.
я зашла по логину и паролю, и никто мне ничего не заблокировал. В общем, все нормально. Вот. До новых встреч.